Всем привет, с вами Бог10, и сегодня я буду играть в игру под названием Room Smash. Но перед началом ролика я хочу сказать, что, к сожалению, мне не удалось снять вторую часть по ролику «Я построю ферму», и не удалось там выжить. То есть у меня удалился Майнкрафт. Если бы я его скачал, потому что не было фермы, я бы не смог ее в клетку построить. Так что за это я в этот день выпустил, во-первых, шотс. Вы можете его посмотреть, если не смотрели. И я буду играть в более смешную и интересную игру под названием Room Smash, как я уже и сказал. Так, у нас тут вот, собственно. Так, ага. Если что, это, насколько я понял, от создателей вот типа разрушение планет, разрушение города. Я когда-то снимал. И вот. Так, у нас тут, короче. Что это? Ой. Мы в космосе, что ли? Ой. Я, кстати, немного звук сделаю. Ой. Ой-ой-ой. Подождите. А мы в космосе. Ё-моё. Раз мы в космосе... А! Раз мы в космосе, короче, мы же можем стекло разбить. Ну, то есть... Сейчас. Что будет, если разбить стекло? Неганом. Оу, май! Ё-моё! Все вещи просто улетели в космос. И теперь повсюду гравитация. Ну ладно, давайте посмотрим другие карты. Они тут есть. Так. Давайте начнем. Это бар, что ли? А. У нас есть арбалет. О. Что будет, если стрельнуть арбалета? Ну. Понятно, что будет. Правильно, кстати говоря, ничего. А что? Подожди, что это такое? Ой. Я что-то сделал с гравитацией. А, я могу тут гравитацию менять. Пока у нас вниз. Я могу сделать невесомость. Смотрите. Все, теперь все в невесомости. Ё-моё. В невесомости прикольно. Так, давайте еще какой-нибудь. Во, в поезд. Во, а что будет, если в поезде будет невесомость? Оу, май. Ну ладно. Так, у нас есть... Что у нас еще тут есть? У нас есть время? А, типа замедленно. А, у нас есть глаз. А, чтобы прицеливаться, типа. Ну, то есть, чтобы менять объем камеры. Так, у нас... А, типа просто посмотреть. И еще у нас есть... Сейчас, подождите. Что если я в замедленном времени, ну, допустим, оно медленно летит. Ну, хотя все равно быстро, но если вот так вот, то гораздо быстрее. А если стрельнуть из-за арбалета? О, май. Вау, смотрите, как это прикольно смотрится. Ой, я в стрелу попал. Ой, еще раз в стрелу попал. Офигеть. Ой, я сломал стекло. Оу, май. Ё-моё. Это такое? Подождите, тут есть еще что-то. Это типа луч. Я кому-то, насколько я понял, могу что-то пожечь. Например, тебе. Так, ну ладно, я понял. О чем игра, я понял. Типа тут мы разрушаем комнату. Ой, это что?
Эл. Что? Подождите. Что это? Что такое? Что это такое? О, мы челика. Смотрите. Чел. Я его хочу сейчас в воздух поднять. И унести вообще за пределы карты. Блин, но игра прикольная, согласитесь. А, так я забыл, у меня еще, по-моему, замедлено время, да? Да. Так, а если невесомость? О, май гад. А дрон тоже в невесом? А, нет. Дом, кстати, дрон, кстати, быстрее как раз летает. Невесомость. Это вам лайфхак. Ё-моё, я могу... А, я еще могу всех вверх поднять. Все, тут ничего не было. Это что? Так, давайте заново включим невесомость. А, тут некоторые челики даже вставать могут. Вот, например. Некоторые уже нет. Вот если в кого-то, короче, кинуть что-то... Ой. Я сюда прицелился? Что за фигня? Блин. Вау. А я могу все взорвать? Прям. Май. Так, а давайте сделаем замедленное время. Вау. О, звук хороший. Нет, согласитесь, звук хороший. РПГ. Там даже кого-то вырубило. О! Это, кстати, проголосуйте в комментариях, чей звук лучше взрыва. То есть после каждого ролика у меня всегда анимация взрыв, да? А чей? Может мне какой-то другой сделать взрыв? Я не знаю. Если попросите... Если вам не нравится мой старый взрыв, то почему бы и нет? О, я могу что-то другое сделать. Блин, ну смотрите, ну, я бы сказал, это очень хорошо. И кому-то сейчас. О, вот левому челу, кто заметил, вообще ноги оторвало. А тут, смотрите, оранжевый, тут... Что-то уснул. Что если в тебе? Вау. Ну, короче, ладно, я понял. А давайте что-нибудь другое, например. Например. О. Сейчас, давайте. Тут у нас челик. Ой. Тут у нас челик, давайте. Обычный день. Пятерочки. Не спрашивайте, почему именно в пятерочке. Нет, только не это. Уи. Да, это я. Так, давайте заново прицел возьмем. Давайте. И, например, куда-нибудь. Во. Все. Нормально. Мы, кстати, также можем с арбалетом делать. Мы можем как-то сюда вот. Давайте. Ой. Блин, я не знаю, почему нам не нравится это делать. Такой взрыв прям. Давайте заново тут сделаем. Сделаем. Как-то отключим. О май гад. Такой звук, как будто бы
буду выниться. А я могу в окно закинуть? Смотрите. Блин. О, май гад. Я выбил дверь. Я могу в окно закидывать. Это хорошо. И просто... Да. Никогда не ходите в метро. Там может произойти вот это. Если кину сюда... Но... Я бы не сказал, что всем особо пофиг. Ну нет, всем особо пофиг. Ну, кстати, взрыв ОПГ куда мощнее, честно говоря. Ну, в этой игре, по крайней мере. А подождите, а что будет, если я кину? Ё-моё, там я случайно ОПГ заспомнил. Вау! Посмотрите. Да, блин, ему пофигу, с чего ты сделал. Ну, хотя технически ты робот. Запомните, как нужно грабить... Скоро, короче, в нашем мире будут только роботы. Смотрите и запоминайте, как нужно грабить магазины в те времена, точнее бары, в те времена, когда будут роботы. Давай, блин, быстрее. Надеюсь, вы запомните.